Добрый день, это Абос ТВ. Меня зовут Сергей Сапко. Сегодня в студии будем говорить о рекордах Украины. Один из них планируется зафиксировать уже в августе месяце. И по этому поводу сегодня у нас эфир. Иван Кисиль, организатор этого действия. Добрый день. Приветствую. Интересно, по-моему, такого рекорда в Украине еще точно не было, и книга рекордов Украины тоже еще не фиксировала его. Самый большой одновременный массаж будет зарегистрирован в Киеве, насколько я знаю. Как пришла мысль, что будет происходить, сколько человек будет участвовать, рассказывайте. Ну, значит, это грандиозное мероприятие в Украине, оно проводится первый раз, и оно не только в Украине первый раз, mm -hmm. а в СНГ, в Европе еще ни разу не проводилось это мероприятие, поэтому мы будем первыми, кто проведет это мероприятие. Что касается прихода людей. Ну, здесь сейчас зарегистрировано уже больше 300, угу. а 300 человек уже приведут еще свои модели, поэтому будет уже 600. Угу. То есть мы почти-почти сейчас приходим к мировому рекорду, а мировой рекорд был установлен в Таиланде в 2014 году. Там пришло там 702 человека. Угу. Поэтому... Это учитывая и тех, кто делает конечно, массаж, конечно. и пара, пара, пара. и, и то есть люди, все, все, полностью. делают, да, да, да. Mm -hmm. Это все одновременного массажа, и у них длился массаж, что характерно, мы можем как бы продлить само действие именно в самом массаже. У них длился 10 минут, а мы можем сделать и там, 15 минут и 20 минут. То есть мы немножечко, конечно, опередим. Но повторюсь, мы будем первыми. Mm -hmm. И это очень здорово, не только для Украины, это здорово для тех людей, которые соберутся, единомышленников массажа. То есть тем самым мы хотим показать, что Украина не хуже, чем Таиланд. Мы тоже Украина массажная, можно сказать, и мы тоже умеем делать массажи, поэтому мы за здоровый образ жизни, мы за то, что пропагандируем, за то, чтобы люди приходили и делали массаж. Потому что mm -hmm. массаж, это как пассивная гимнастика, она очень важна для человека. Насколько отклик большой сейчас у тех мастеров, которые будут принимать участие в этом мероприятии, То есть, как реагирует массажное сообщество на вообще такой Вы прецедент? знаете очень даже позитивно, в, допустим, в моем как бы в моем мнении очень много солидарных людей и на данный момент есть академия массажа Инельдия поддерживает тоже это мероприятие затем есть тоже в, э, масса людей, которые пишут и отзываются, но, к сожалению, приехать многие не могут, потому mm -hmm. что э, далеко э, находится от их, там, кто в Запорожье живет, кто еще где-нибудь в каких-то регионах, они не могут приехать. Они поддерживают, естественно, там, своим словом э, и так далее, то есть тоже созывают людей, кто может приехать. То есть это очень приятно по этому поводу. Ну вот как-то так, пытаемся собрать. Это некоммерческое мероприятие, поэтому никто никаких не зарабатывает денег. Здесь просто идет все на энтузиазме. А кто заявлен, из каких городов приедут все-таки, доедут массажисты со своими объектами массажа? Ну, во-первых, кто успел сейчас купить билет на поезд, на все транспорты, которые идут в Киев? те и приедут. То есть заявлено, я же говорю, что сейчас больше там 300 человек, 300 человек приедут уже с, со своими моделями, а те, кто не получит модель, получат именно в Киеве, потому что это действие будет происходить в парке Дружбы Народов, там, где арка Дружбы Народов, там будет проходить именно это действие 27 этого месяца с 14 до 18. Поэтому все, кто хочет, пусть приходит, даже те, кто не умеет делать массаж, мы там же и научим. Угу, Здесь не обязательно иметь какой-то диплом или ты там массажист, но ты просто любишь массаж. Точно так же ты можешь взять с собой там, стол массажный, я не знаю, берите там все что угодно, полотенце, простыни, там, чтобы можно было спокойно, комфортно разложиться и делайте себе массаж, повторяйтесь, за напарником, который будет рядом. Слушайте, ну мне вот интересно, у меня, например, дома массажного стола лишнего нет. То есть это же с точки зрения организации мероприятия. Надо там 300 столов и из Запорожья условно тоже вести массажный стол для того, чтобы зафиксировать рекорд. Ну, накладненько. я скажу, есть ли в Киеве вот уровень такой инфраструктуры? Конечно, конечно, есть. И что характерно, здесь не нужно брать с собой именно массажный стол. То есть вы можете брать с собой коврик, а, обыкновенный тот, который вы там занимаетесь фитнесом и так далее. То есть все, то есть вы взяли, точно так же можете расположить человечка на этом коврике и делать ему массаж. А вот этот тайландский рекорд, там, ну, мне интересно было бы, например, если бы было 600 человек, массажистов именно, и там. Еще, Еще модели, 600 моделей. Это 1200. Да. Класс. Ну я вам скажу, что э, в следующем году, да, вот мы сейчас хотим провести, собрать все-таки, посмотреть, как это мероприятие пройдет, и в следующем году мы хотели бы провести, чтобы удобно было для наших регионов в Украине э, было удобно, э, допустим, если он не может приехать человек, но он хочет участвовать в этом рекорде то мы хотели бы провести интерактивно, то есть прямой эфир сделать, допустим, в Запорожье, соединить это все в Киеве и точно так же регистрировать людей по всем нашим регионам, где будут проходить это мероприятие. Поэтому мы можем собрать и больше, людей намного больше, потому что очень много людей не могут сейчас приехать, все могут в отпуске, конечно вот, отдыхают, но все равно мы, даже если бы я пришел один, мы в любом случае бы поставили бы рекорд Украины. <свят> ну, да. Если бы я даже пришел один. Потому что этот, это мероприятие проводится первый раз в Украине, я же повторюсь, это в Европе и в СНГ еще не было этого, поэтому мы самые первые. Вот. Поэтому ждем, кто придет, слава богу, мы всем будем рады. А что книга рекордов Украины, как отзывается? Какие такого характера были какие-то попытки в Украине? Ну, может не, не на самый масштабный, там, на самый длительный, Знаете, разница же есть? К сожалению, не было. Не было ни одного такого ни рекорда, ни, даже, может быть, были какие-то форумы, да? но это форум был. А здесь заключается рекорд именно в одновременном массаже там, на какое-то длительное время, там, ну, допустим, 10-15-20 минут, это сколько уже мы там, угу. протянем все это дело. Поэтому никогда не было, поэтому мы будем первыми. Класс. А что еще предполагается? Вот, я так понимаю, с 14 до 18 будет все мероприятие, но это же не там 3 часа, 4 часа массажа непрерывного. Что еще будет на мероприятии и на что стоит посмотреть? А, ну, вообще стоит посмотреть на само мероприятие. Это первое, как люди будут делать массаж. Это очень интересно. А второе, естественно, это, это знакомство. Это собрание тех людей, которые близко к... К массажу, опять же, это все настолько близко к людям, которые занимаются массажем, это рассказать о чем-то и так далее. То есть, ну, люди будут собираться по своим каким-то интересам, и это тоже интересно и для других людей посмотреть, как это все это действие будет. Опять же, повторюсь, что сейчас мы проводим это не коммерческое мероприятие, это то, что мы собрались вот все вместе и сделали вот Грандиозное такое мероприятие для нашей Украины. А хочется сделать его коммерческим, или это именно популяризаторское инструмент да, как бы проникновения в аудиторию и рассказа всем, что массаж есть, приходите массажироваться. Я бы сказал, что я бы лично сам не делал бы коммерческого мероприятия, потому что, ну, во-первых, это все не только для как бы самих массажистов, это для Украины. Это то, что мы первые. Mm -hmm. понимаете? То есть даже ни любая другая страна сейчас этого не делала. То есть ближлежащая, которая у нас по СНГ, даже ни одна страна не делала. Поэтому я не думаю, что здесь нужно делать именно коммерцию. То есть кто хочет помочь, мы денег никаких не просим совершенно. Просто если есть помощь в каких-то допустим съемках там аэросъемках или еще что-нибудь да мы вот конечно чем больше мы охватим это мероприятие то в следующем году мы сможем завлечь еще больше людей еще больше сделать еще массовые мероприятия Вот а мне интересно как э, фиксировать например на расстоянии да там всеукраинский массажный фестиваль не знаю насколько я э, имею опыт общения с книгой рекордов украины это представитель книги рекордов да? на самом мероприятии он угу фиксирует, пересчитывает там на на, на счеталку, грубо mm -hmm. говоря, да, там mm -hmm. всех всех Все людей, да. Да. возможно ли вообще там по, Украине, по регионам, считаешь, конечно, да? безусловно, Почему? потому что есть, ну, я не знаю, назовем их агенты, uh -huh. которые будут ответственны тоже подходить к этому вопросу, то есть, может быть, это какие-то сотрудники тоже с регионов будут, да, с рекордов Гиннесса, или там с рекорда Украины, они будут тоже просчитывать, и у нас будет на 100% правильный как бы, подсчет uh -huh. со всех регионов, даже если мы соберем в следующем году именно по этому мероприятию. Сейчас мы уйдем на небольшую паузу, а вот после паузы мне было бы интересно узнать все-таки, а как книга рекордов Гиннеса относится к этому и какие прецеденты есть. Есть ли вообще э, прецеденты массового одновременного массажа? Друзья, дождитесь второй части, это об Остере.